Добрый вечер всем, уважаемые гости и партнеры. Сегодня мы с вами, я вам представлю одну очень удивительную, замечательную компанию, которая называется APL. APL – это компания международная, интернациональная, международная. Она уже знакома, и все партнеры, которые знают о нашем продукте, компания APL уже находится в 58 странах. Когда мы говорим, какую компанию выбирать, то нужно иметь очень важных 5 факторов, 5 критерий. Как сказал наш президент, почему-то у меня затягивается. Как сказал наш президент, пазлы сошлись. Какие же эти 5 факторов успешных, которые должны быть присутствовать при выборе компании? Это возможности компании, то есть возможности, которые дает компания и приобретать продукт, и еще также зарабатывать вместе с компанией и распространять этот продукт, чудесный, замечательный продукт. Второй критерий, это очень важно, это система обучения. У нас в наших кабинетах у каждого партнера имеется APL Office, так называемый обучаемый кабинет, обучаемая программа. Там, где пошагово можно изучить всю систему, как начинать, что делать, какие первые шаги. Третий очень-очень важный критерий и фактор – это, конечно же, продукт. Продукт – это есть тот мотор, тот бензин, который двигает как бы машину вперед, потому что без продукта компания – это уже не компания, а, можно сказать, какая-то пирамида финансовая. Здесь именно есть продукт, который очень важен. Четвертый фактор, немаловажный, это, конечно же, мероприятия, которые проводит компания. Компания проводит очень много мероприятий, и наши партнеры посещают эти мероприятия. Мы вот как раз в этом году были, в мае месяце мы ездили в Турцию на большой семинар компании, где собрались со всех стран мира. Присутствовали, очень много было людей, около, по-моему, тысячи людей. Мы видели очень большие команды, видели страны, какие развитие этих стран. Большие команды были из Германии, начинают также другие, из России, конечно, естественно. Украина была, начинает очень развиваться хорошо. Также наша небольшая команда, пока небольшая, была представлена из Италии. Следующий фактор из 5 факторов – это, конечно же, очень немаловажный и очень важный – это команда. Команда – это как команда, которая представляет нашу компанию APL, это во главе с президентом. И также я считаю, что это команда, которая объединяет наших партнеров. Очень важно иметь команду дружную, понимающие, помогающие, развивающиеся и желающие идти вперед и не сдаваться. Только с такой командой можно приобрести знания, навыки и достигать своих успешных результатов. На этом слайде мы видим нашего президента Сергея Куликова. Этому молодому человеку 31 год. Но он уже в свои 21 год уже заработал свой первый миллион. Наш президент, он очень идейный, в нем много энтузиазма, очень много идей, и он такой, как сказать, прогрессивный и желающий компании очень большого развития будущего, и, естественно, желающий нашим всем партнерам быть финансово независимыми и продвигаться по жизни, улучшать свою жизнь, идти вперед.
Справа, справа от него его прекраснейшая жена Ольга, которая отвечает за отдел креативности. И слева и справа от них это менеджеры, которые помогают развивать компанию, в работе компании. Наша компания имеет свой собственный завод, свое собственное производство. И это, конечно, есть гарантия стабильности нашей компании. То есть мы никогда не зависим от другого производителя. Поставки всегда, продукции поставляются вовремя. Завод находится в Молдавии, в городе Кишинев. Площади завода очень большие, и сейчас даже будут добавлять второй этаж, потому что продукции, можно сказать, с каждым днем увеличивается запрос продукции, потому что разлетаются, расходятся, как горячие пирожки, наши продукты. Как раз в конце сентября организуется семинар в городе Кишинев, и можно посетить будет завод. Но чтобы посетить завод, нужно, конечно, выполнить некоторый промоушен. Промоушен описан у нас в наших кабинетах, и он идет с 1 по 31 августа. Можно посетить завод, выполнив этот промоушен. Здесь я вам покажу небольшое видео про завод в Кишиневе. Кишинев, мы находимся в центре Кишинева, ведь сегодня сюда со всего мира съезжаются партнеры компании APL, выполнившие промоушен. Ведь этот день войдет в историю компании. Сегодня официально открывается завод APL. Очень приятно быть здесь и поздравляю всех с таким замечательным днем. Первая линия поставлена завода. Государство Молдова подчиняется всем требованиям законов Евросоюза. И масштаб, огромная территория, огромное здание, масштаб производства и весь технологический процесс компьютеризированный. Еще не слышала здесь биение сердца, но мое уже сердце застучало в унисон того, что здесь мы увидим. Сегодня это, наверное, одно из новых таких веток, за которыми будущее. Всем нашим партнерам показали наше производство, раскрыли все секреты производства технологии Accumulate SA. Николай Амосов, не надейтесь, что врачи сделают вас здоровыми. Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. Здоровье – это правильное питье воды, это упражнения, это движение. Движение – это жизнь. Ну а также сейчас, в наше время, когда все продукты уже практически ничего не осталось в этих продуктах, ни витаминов, ни минералов. Посмотрите на этот слайд. Этот слайд говорит о том, что с 1985 года по 2002 год, смотрите, какие убытки понесли наши продукты, наши овощи и фрукты. Что в них очень мало осталось полезных веществ. Кальция, магния, калия, витаминов. В общем, все, что необходимо для полноценного развития организма, для жизни, для нашей клеточки. А нашей клеточке в организме нужно каждый день иметь 22 аминокислоты, 16 витаминов, 59 минералов, 7 ферментов и 3 омеги. И где же все это взять, если этого недостаточно сейчас в наших продуктах? Земля обеднела. Ее заполняют всякими фосфатами, нитратами, не удобряют, не дают отдыхать, как это должно было быть. Поэтому нехватка витаминов, минералов и ферментов нас приводит, конечно, в итоге к каким-то различным заболеваниям. Но, к счастью, есть
дополнительные продукты, где находятся все эти вещества, витамины, минералы и ферменты. Эти продукты, мы сегодня поговорим о наших продуктах, продуктах компании Апель, которые действительно поменяют мир. Их всего пока на сегодняшний день 14 наименований. Что же это за продукты? Это очень вкусные и удобные, и быстро усваиваемые карамели, так называемые конфеты. Апель, наша компания, воплотила нашу детскую мечту в реальность, чтобы еда и лекарства были в одной форме, то есть в форме карамели. Я помню, когда я была ребенком, можно сказать, где-то 8-9 лет, мы с моей подругой действительно, нам так нравились карамели, и мы сами своими силами на кухне мы старались делать из сахара воды, растворять сахар, расплавлять и делать из них так называемые леденцы, как продавались на палочке леденцы-петушки. Мы их так любили. Это очень хорошо помню те времена. И так вот мы с ней эти петушки и леденцы делали и очень ими наслаждались. Так вот, пришла наша действительно детская мечта. Наши карамели, наши дрожжи, их можно по-разному назвать, карамели или дрожжи, они действуют моментально. Они кладутся под язык, удобны в использовании, их всегда можно носить с собой в кармане, там, я не знаю, в сумочке, в рюкзаке, в машине. То есть удобно они очень использованы, приятно их на вкус. Кладутся под язык и сразу они проникают у нас в кровяное русло. Под языком находится очень много капилляров, и, конечно, они сразу поступают в кровь, все вещества, и сразу кровь поступает в каждой клеточке и напитывает и очищает клеточку. Наша продукция сделана на основе инновационных технологий, и они содержат только безопасные ингредиенты. Эта технология запатентована, этот патент выкупил наш президент на всю, можно сказать, оставшуюся жизнь. Он пожизненно, этот патент наш, ни одна другая компания не может использовать эту технологию. Технология очень уникальная, удивительная, называется Accumulate Assay. Эта продукция изготовлена на основе действительно инновационной технологии. Это прорыв большой в нашем питании. Это никакой не БАД, это просто действительно клеточное питание, то есть, попросту говоря, еда для клетки. И что интересно, характерно, отличает этот продукт от других продуктов на рынке, что наш продукт, эти дрожжи, заряжены отрицательным зарядом ионов. То, что каждая здоровая клетка имеет отрицательный заряд. Каждая клетка, которая патологическая или какая-то больная клетка, у нее заряд положительный. И когда попадает в кровь наш продукт с отрицательным зарядом, он, конечно, находит этот положительный заряд, нейтрализует его, начинает очищать клетку, напитывать клетку и регенерировать. Откуда же к нам поступает нашу компанию для наших дрожжей, для нашей карамели? Первоначальное сырье – экстракты из трав, ягод, растений, корений, цветов и самих растений поставляет нам независимая компания, израильская компания «Бара Компани». Эта компания очень серьезная, очень ответственная, очень проводит тщательный анализ, отбор всех растений, экологически чистых, произрастающих на экологически чистых территориях. С этой компанией независимой сотрудничает не только компания «Апель», также сотрудничают и другие фармацевтические компании крупные, также даже парфюмерные компании, которым необходимо, нужна первая материя – это экстракты из растений. В нашей компании очень много наград и дипломов, но самые основные сертификаты, это три сертификата основных, это сертификат ТЮФ европейский,
для, со знаком качества и продукции для Европы. Это сертификат кашрут израильский, мир, еврейский мир, тоже, который говорит о том, что наша продукция натуральная, без всяких примесей. И также недавно, несколько месяцев назад, наша компания получила еще один сертификат халяль мусульманского мира. Мусульманский мир очень-очень щепетильный и тщательный. Он очень, можно сказать, даже придирчивый к тому, что, какие продукты они должны употреблять. Обязательно натуральный, 100% должно быть, и не произведенных никаких животных примесей, чтобы не было ГМО и никаких экспериментов на животных. Этот сертификат халяль говорит о многом, о том, что действительно компания очень натуральная, 100% и достойная. Рассмотрим подетально, какие же продукты, какие 14 наименований имеет компания. Рассмотрим подетально каждый продукт. Первый продукт – это Alt. Alt – это продукт, значит, на слайде написано, что это новое слово в борьбе с аллергией. Но откуда у нас происходит аллергия? Аллергия у нас происходит тогда, когда организм очень зашлакован, засорен и уже не справляется с выводом токсинов. Это, скорее всего, система лимфатическая наша система, которая отвечает за извините, я на итальянском думаю, мне очень трудно на русский сейчас найду слово. Очищение, не справляется с очищением организма лимфатическая система. Поэтому ей нужно куда-то организму выбрасывать это неочищенные, можно сказать, вещества, и оно выходит в форме аллергии. Почистите лимфу, почистите кровь, и аллергия у вас пропадет, исчезнет. Но Alt и как все другие наши продукты, у них есть очень хорошее действие. Они все как бы и очищают, и наполняют всеми питательными веществами, и происходит, начинает организм происходить, сам восстанавливаться, регенерироваться. Следующий продукт у нас в нашей компании – это Мелс. Мелс – это свобода чистого организма. Мелс – это антипаразитарная программа. Здесь очень находится много трав, почти что 40-43 травы. Они даже здесь все не умещаются на картинке. Мелс – это такой продукт, который убивает, способен убивать до 250 вирусов, бактерий, микроорганизмов и грибов. Ни один, я еще не видела, например, не встречала ни одного противопаразитарного такого продукта, который справлялся бы с такими вирусами, как папилломавирус, герпес и остальные и грибы, и кандида, и остальные вирусы и бактерии. Просто этот продукт, ну, очень, я могу сказать, феноменальный. Следующий продукт у нас идет Grow. Grow продукт – это витаминный комплекс на каждый день. Здесь находится 320 антиоксидантов. Этот продукт предназначен для поднятия, для поддержки и поднятия иммунной нашей системы. Наши медики, работающие в нашей компании, советуют первоначально всегда начинать принимать продукт, очищая организм. Это значит принимать, ну я их так называю, базовые продукты. Это Alt, Mels. Alt и Mels принимаются Alt утром одно дрожже, Mels вечером одно дрожже, в течение 2 недель. И потом подключается Grow тоже утром, одно дрожже. Потому что после чистки, когда начинает человек чистить организм, у него начинается такая, как бы, от выхода всех шлаков и токсин, как бы состояние такой вот усталости, вот такое вот угнетение. И чтобы дать ему поддержку витамины, подключается вот этот вот
отличный продукт Grow. Даже люди, которые связаны и с энергиями, говорят, что этот продукт, наш продукт, этот очень имеет большую энергию. Энергию почти что космическую. Просто действительно заряжает на весь день этот продукт. Он необходим всем, от мала до велика. Следующий продукт – это норм. Норм – это возьми свой сахар под контроль. У нас есть результаты и людей, которые больны сахарным диабетом. Несмотря на то, что здесь есть содержание, небольшое содержание сахара, все равно люди, страдающие сахарным диабетом, могут принимать наш продукт. В основном здесь идет не столько сахар, как меласса. Патока, извините, это я по-итальянски сказала. Идет патока. Вот. И норм – это продукт, который действительно по своему названию норм уже говорит о том, что он нормализует все в организме, нормализует. Норм также может применяться и с проблемами, у кого находится, есть проблемы с эндокринной системой. Следующий продукт у нас идет GTS. GTS – это продукт для энергии, для иметь каждодневную энергию. Если человек действительно устал, чувствует себя усталым, принимайте GTS, никаких не Red Bull, никакие энергетические напитки. Вот натуральный энергетический запас энергии. Здесь также находится комплекс витамина, весь комплекс витамина В. И в основном еще очень важно отметить, что здесь в этом витаминном комплексе В находится такой витамин В17, который всеми учеными мира признан, этот витамин В17 поражает раковые клетки. То есть предохраняет также от возникновения раковых клеток. Поэтому он, я думаю, что он тоже жизненно важен, очень, очень жизненно важен для всех людей. Следующий наш продукт – это слайд. Слайд – это продукт для нашей мускульно-скелетной системы, можно сказать так. Это для наших сухожилий, связок, костей и всей соединительной ткани. Этот продукт, конечно, если у кого есть проблемы с дисками, с грыжами, с костной системой, этот продукт нужно принимать очень долго, потому что костная система и все связки, проблемы с костями, оно восстанавливается очень долго, потому что эти клетки формируются очень долго, нужно принимать этот продукт от 6 до 10 и, может быть, даже до года. Следующий продукт у нас стоп. Стоп – это стоп-боль, победа над болью. Этот продукт употребляется при болях, как таких болях, как зубная, мышечная и остальные виды других болей. Например, даже головная боль. Еще также, если у вас болит, например, или плечо, или колено, или какой-то сустав, то, конечно, принимать нужно сочетание вместе со слайдом. Слайд и стоп, например. То есть у меня был такой случай, ко мне пришла одна женщина и с головной болью попросила у меня стакан воды и говорит, дай мне запить таблетку. А потом она знала и сама принимает, конечно, начала принимать эти дрожжи, но как-то это всегда забывается, и по привычке тянутся люди за таблеткой, за медикаментом. И спросила меня, есть ли у меня карамель, его, конечно, есть. Я ей дала сток, релакс и гроу. Вы не поверите, через 5-7 минут у нее головная боль прошла. Следующий продукт у нас релакс. Релакс уже сам о себе говорит это название. Релакс – это значит релаксация, сильнее стресса. Релакс работает с нашей нервной системой.
Это не снотворное. Его можно принимать как днем, так и на ночь, за час, за два часа до сна. Мой муж, например, принимает этот релакс перед сном. И я заметила, что он действительно начал хорошо спать. Раньше он часто вставал 5-6 раз ночью. Уходил на кухню, даже пил кофе, курил, и потом опять приходил спать. Но сон у него очень чуткий. Но когда он начал принимать релакс, и, конечно, и другие принимают также дрожжи, но релакс на него так влияет, что он расслабляет свою нервную систему, успокаивает, и от этого он впоследствии, естественно, спит хорошо. Но опять повторяю, это не снотворное, это обыкновенное для успокоения, для снятия стресса, потому что жизнь у нас очень стрессована, и клеточка наша тоже вся в стрессе, потому что нехватка веществ питательных, и стрессы, все это сказывается на нашей клетке. То есть это очень отличный, хороший продукт для успокоения наших клеток и нашего организма. Следующий продукт у нас идет, это Power мужской. Power мужской – это формула для мужчин. Для мужчин формула, что значит формула для мужчин? Ну, все проблемы, которые связаны с мужскими проблемы, как простатит, аденома, проблемы с мочеточниками, с мочевым пузырем, с почками. Вот эти вот все проблемы у мужчин поможет нам восстановить функции Power мужской. Даже повышает либидо при сексуальных отношениях. И также говорят, что, я не знаю, но просто говорят другие принимающие мужчины, которые принимают эту формулу, что говорят, что даже лучше, чем синтетическая виагра химическая, даже это улучшает работу мужских органов. Следующий продукт – это тоже не мужская только, а уже женская формула. Все проблемы гинекологические связаны, у женщин связаны гинекологические проблемы – это как фибромы, кисты, полипы. Даже когда у девушек очень болезненные месячные или климакс у женщин, когда приходит возраст климакса. Все это принимается с этим продуктом. И также, когда у женщины есть проблемы и с грудью, потому что это все связано по гинекологии. Женщина может принимать как женскую формулу, так и мужскую. Почему? Потому что мужская формула – это здесь идет работа с почками. Когда есть проблемы в почках, песок или камушки, то употребляется и эта мужская формула. А мужчины употреблять не могут женскую, но зачем она им нужна? Они употребляют, конечно, только мужскую. Также у женщин тоже повышается либидо. Следующий продукт – ХАРТ. ХАРТ – это формула здорового сердца. Сердце выполняет очень большую работу, очень большую нагрузку, качает кровь. И поэтому и сердце нужно всегда подкармливать и поддерживать. Также очищает всю капиллярную систему, и венозную, и артериальную, то есть сосудистую систему. Вместе с сочетанием ХАРТ и СЛАЙД также укрепляет стенки сосудов, делает их эластичными. Следующий продукт – это айс. Айс – это у нас быстрая помощь нашему желудку. Все проблемы с желудком – язвы, гастриты, изжоги – все это убирает со временем айс. Айс также рекомендуют наши медики принимать тогда, когда у вас есть кашель. Кашель и айс помогает выгонять изнутри вот этот весь, всю эту слизь.
Следующий продукт – хеппер. Хеппер – это продукт для нашей печени. Печень – это такой орган, который тоже выполняет очень большие функции в организме. И, конечно же, нашей печени нужно помочь. Печень, она когда начинает заболевать, она никогда не говорит, она молчит. Она не говорит о том, что она болеет, что ей плохо. Она уже говорит о том, что ей плохо и больно, тогда, когда уже действительно поздно, когда уже все. Поэтому печень – это самый-самый очень важный орган, и тоже в первую очередь его нужно очищать и помогать. Следующий наш продукт – это брейн. Брейн – это всегда мысли здесь написано, но это для нашего мозга. Мозг нужно тоже очень важный орган. Вот. И нужно его очень предохранять. Также он применяется при заболеваниях мозга, как Альцгеймер, Паркинсон и все другие заболевания, там энцефалиты всякие и, в общем, заболевания мозга. Также он предусмотрен и показан студентам, которые учатся, сдают экзамены, у которых есть большая нагрузка на мозг. Детям, которые сейчас очень много детей, которые не развиваются как надо бы, начинают даже говорить очень и очень даже поздно. Употребляя наш продукт, дети начинают разговаривать и даже начинают опережать своих сверстников в развитии. Вот это вот последний, 14-й продукт нашей продукции, но на данный момент. Но в скором времени, с ноября месяца, появится новый продукт, который называется Beauty. Beauty – это продукт, который позволит без всяких хирургических вмешательств, там, ножей и уколов, улучшить состояние нашей кожи на лице, то есть иметь наше лицо без морщин. Это очень важно, конечно, для нас, женщин, но и для мужчин также, потому что сейчас мужчины тоже смотрят на свою красоту внешнюю. И как бы нам хотелось идти дальше по жизни и стареть, как вот эти две женщины, которые одного возраста. Слева на слайде показана женщина, которая даже, по-моему, она медик, которая всю жизнь насидела на медикаментах, на таблетках, а мы знаем, что медикаменты и таблетки, у них очень-очень много побочных действий. Они, конечно, нужны в жизни, но лечить они болезнь, можно сказать, не то, что они лечат, они просто поддерживают и лечат они симптомы. А вот здоровьем заниматься нужно самим. И эта женщина, которая, они одного возраста, эта женщина справа, она, конечно, вела всегда образ жизни, всегда подвижный, пила правильную воду, питалась, можно сказать, более правильными продуктами и принимала, конечно, для организма, для поддержания организма биологические добавки. На этом я вам хочу показать еще кадры, слайды, всех результатов по принятию нашего продукта. Вот у этого ребеночка высыпание на коже, какая-то аллергия, по-видимому. И через месяц приема продукта, посмотрите, какая чистенькая кожа стала. Вот этот человек тоже через неделю, у него такое опухшее лицо тоже, по-видимому, какая-то или аллергия. Что опухло лицо. Через неделю у него опухоль, отек спал, и чисто обыкновенное, хорошее восстановилось нормальное лицо. Вот этот человек, он принимал для слайд по какой-то своей проблеме опорно-двигательной, скорее всего, по-моему, или колено, или плечо у него болело. Но через некоторое время он принимал слайд. Через некоторое время он увидел себя в зеркале, сравнил или сделал фотографию и увидел, что побочный эффект от слайда, что у него уменьшились морщины на лбу, на лице. Видите, какой результат. Совершенно другой человек. Вот это вот, можно сказать, побочное хорошее явление от нашего слайда. Вот это вот
женщина, девушка. У нее была, конечно, очень серьезная болезнь, онкологическая, и она выглядела, посмотрите на фотографии, как она выглядела при болезни. Но когда она получила продукт и узнала о нашем продукте, она, конечно, начала его употреблять усиленно. И избавилась она от этой болезни страшной. И у нее еще другая болезнь была, эпилепсия. Она тоже от нее избавилась. Естественно, она поверила, в продукт, и она всем рассказывает о своем результате. И она стала членом, партнером компании и продвигает этот продукт очень-очень хорошо даже. Сейчас мы поговорим о том, как же с компанией еще можно не только употреблять продукт, оздоравливаться, но и о том, как можно еще и зарабатывать с этим хорошим продуктом, с этой хорошей компанией. Посмотрите, сколько людей на этом снимке. Они, конечно, вступили в компанию, узнали о продукте, кто 3 года назад, кто 5 лет назад, кто 2 года назад. И посмотрите, какие они уже заработали чеки. Здесь очень разные люди. Здесь и семейные пары, здесь и домохозяйки, и женщины, и мужчины, и молодые. Молодежь тоже здесь есть. На этой фотографии я вам представлю, это наша Марина Кисаренская, наш вышестоящий партнер. А с ней рядом это Евгения Новикова. Это первый чек нашей компании. Евгения Новикова очень особая история. В ней, конечно, вы можете посмотреть, найти фильмы о ней в Ютубе. У нее очень, очень интересная, конечно, но и сложная жизнь, сложный путь. Все это она прошла, она поднялась, и она заработала здесь, конечно, очень хорошие деньги. Вы посмотрите только, когда она одна из первых поняла, как работает компания, какие вознаграждения предоставляет компания, какие возможности предоставляет компания. Она это поняла, и как предприниматель, как сетевичка, как сетевой человек, она быстро взялась, конечно, за работу, за дело. И, по-моему, это 2016, по-моему, год, если я не ошибаюсь, она заработала 820, почти что миллион. Потом в 2018 году она заработала уже настоящий свой первый миллион. Я вам хочу сказать, что она очень простой, очень приятный человек, такой же человек, как и мы с вами. Настолько она, ну, я даже не могу подобрать слова такие по-русски, может быть, даже мне по-итальянски легче сказать. Но она очень, очень чувствительная, она очень эмоциональная тоже. И она действительно говорит, давайте, ребята, давайте, девочки и мальчики, давайте работать вместе с компанией, давайте зарабатывать, давайте. Продукт хороший, компания хорошая, что еще нужно? Давайте, вперед, я смогла, и вы сможете. Мы не изменим прошлое. Но мы можем изменить будущее. Ты говорил, что хочешь чего-то добиться. Вот оно. Это твой шанс. Так что же нужно делать в нашей компании? В нашей компании нужно всего делать две вещи. Это употреблять продукт. Мы здесь не продаем, мы здесь не ходим ни с баночками, ни с коробками, никому ничего не продаем. Мы все употребляем для себя, для своей семьи продукт. И второе, что нужно сделать, это нужно рассказывать о продукции, о своем результате и о возможностях заработка, возможностях компании. Какие у компании есть возможности? А возможности у компании очень хорошие, очень огромные, очень перспективные. Я была не в одной компании, но вот именно по вознаграждениям вот такой компании я никогда не встречала. Это впервые такая компания.
у меня на моем пути. И я очень довольна и горжусь, что я в этой компании. Компания PL выплачивает бонусы 7 дней в неделю. В месяц. У нас 15 источников дохода, но сейчас мы поговорим только о 4 основных бонусах. Первый бонус – это стартовый бонус. У нас есть 5 видов входа. На 200 условных единиц, на 400, на 600, на 1800 и на 3000. Стартовый бонус. Что значит пакет на 200, на 400, 600, 1800 и 3000? Это говорит о том, какое количество продукта будет взято на этот пакет. Продукт вы можете выбрать сами. То есть комплектуете пакет из ваших соображений, из ваших... Но действительно, наши медики, еще раз повторяюсь, советуют всегда начинать с чистки. И это очень важно. Почистить организм, а потом уже приступать к отдельным продукциям для отдельных, допустим, органов. Так вот, пакет, стартовые пакеты. Стартовые пакеты здесь выделены зеленым. То есть здесь не зависит, на каком пакете вы, но когда вы приглашаете, например, вы рассказали о своем результате, какой-нибудь человек, ваш знакомый или родственник, заинтересовался, вы его пригласили, ему тоже понравилось, и он решил зайти на пакет 600. В этом случае компания вас вознаграждает бонусом стартовым 17,5%, что значит 105, я буду говорить евро, 105 евро. Потому что в Европе коэффициент у нас 1:1. То есть 200 условных единиц, значит 200 евро. 400 – 400 евро. То есть здесь не зависит, на каком пакете находитесь вы, но важно зависит, на какой пакет заходит ваш человек, лично приглашенный. Если вы даже на 600, на пакете 600, а ваш личный приглашенный захотел зайти, такой амбициозный, захотел зайти на 3000, значит, вы получите 20% бонуса, стартового бонуса, то есть 600 евро. Если вы на пакете 600, и вы получили 600 евро только стартового бонуса, представляете, вы уже вы как бы уже закрыли свой пакет, то есть, окупили свой пакет, инвестицию свою, если можно так сказать, инвестиции. Но это не инвестиция какая-то, какую-то куда-то что-то, не что-то. Вы купили на 600 евро продукт. У вас продукт для здоровья. Пойдем дальше. Со стартовым пакетом, я думаю, всем понятно. То есть здесь еще раз повторяю, не зависит, на каком пакете вы, но зависит, на какой пакет заходят ваши личные приглашенные. Следующий бонус – это бонус, групповой бонус. Он выплачивается процент от объема, от оборота вашей малой ветки. Что это значит? Вот здесь как раз зависит этот бонус, на каком пакете находитесь вы. Что это значит? Сейчас разберем пример. Например, вы зашли на 600. Ваш первый человек, лично приглашенный, заходит тоже на 600. Потому что если вы заходите на 600, естественно, он вас спрашивает, а ты на какой пакет зашел? Вы говорите, на 600. Хорошо, я тогда тоже на 600 зайду. Он заходит на 600, и что вам компания выплачивает? Какой бонус, стартовый бонус? Вам выплачивает 105 евро. Хорошо, заходит следующий человек, второй человек. Мы ставим его вправо, потому что здесь у нас идет один человек влево, первая ветка, и второй человек во вторую ветку, вторая веточка, левая и правая. Этот тоже человек заходит на 600.
Что вы получаете от компании? Компания вам выплачивает бонус стартовый 105 и уже вам выплачивает групповой бонус в размере 60 евро. Почему? Потому что уже у вас образовалась маленькая группа из 3 человек, и сразу же вам начисляется групповой бонус. Итого получаем 105, 105 и 60 – это 270 евро. Это значит, что вы почти что окупили ваш входной пакет. Давайте посмотрим еще раз на примере. Некоторые спрашивают, ну покажите все равно на пакет 200, сколько же это будет, сколько мне компания будет выплачивать бонусов. Давайте рассмотрим первый пример. Вы зашли на 200. Ваши два лично приглашенных человека также зашли на 200. Что получаете вы от компании в виде стартового бонуса? Это 20 плюс 20 и плюс 12 евро за групповой бонус. Итого 52 евро. Посмотрите, здесь что получается? Такая картина. Что вы только смогли, как сказать, вернуть за свой пакет, как бы отбить, ну не отбить, но не могу найти слова подходящего, вот, вернуть всего 1/4 от пакета. 50 – это 1/4, да, пакета. На 600 мы с вами уже рассматривали этот пример. Здесь 270 евро, то есть уже почти половина, можно сказать, отбили своего входа, да, компания вам заплатила. Эта компания вам заплатила за то, что вы работали, за то, что вы говорили с людьми, за то, что вы пригласили людей, за то, что вы показали свой результат, рассказали о продукте и рассказали о маркетинге плане. Посмотрите, какая разница. Одно и та же работа, одно и то же время вы использовали для этого, а выход совершенно разный. То есть пакет на 200, ну это так просто, это просто, что вот просто, ну попробовать, да, пощупать. Но это совсем не для бизнеса пакет. И потом здесь очень мало продукта, очень мало продукта. Поэтому самый выгодный пакет – это вот на 600. То есть это не на 200, но, конечно, на 3000. Есть люди, которые на 3000 заходят, есть такие люди амбициозные, которые, которым может нужен продукт, продукт очень много на всю семью, которые поняли, что зависит здоровье только от нас. Здесь получается, что если все заходят на 3000 пакет, то стартовый бонус выплачивает компания это 600 евро, со второго человека тоже 600 евро, и групповой бонус здесь 360 евро. Итого 1560 евро. Уже больше почти, чем половина, вы уже, можно сказать, окупили свой пакет. Вот эти вот три примера вам показывают наглядно, что затратив одно и то же время, но как раз результат получается совсем-совсем разный. Следующий, ну здесь наглядно показано именно почему пакет на 600, он выгодный. Почему? Потому что, смотрите, здесь бонус, стартовый бонус вам выплачивается 17,5%. Это почти что 20%, поближе к 20%, чем 10% на 200 вам выплачивает стартовый бонус. Но это вообще, можно сказать, никакие деньги. Но здесь уже, можно сказать, близко к 20%. То есть у нас здесь можно в нашей компании, можно также делать, я вам не сказала вначале, делать апгрейды. Например, с 400 на 600, только доплатив разницу. Можно заходить сразу, а можно заходить и делав доплаты, как бы перескакивая с одного пакета на другой пакет. Так у нас многие, конечно, партнеры делают. Вот. И смотрите, бонус, групповой бонус также выплачивается. Смотрите, какая процентовка здесь. Тоже 25%, очень близко к 30%. То есть получать, конечно, на кто заходит на пакет 600, конечно, более выгодно, чем на пакет 200 или 400. Посмотрите, сравните сами, какие цифры, какие
какой процент выплачивается. Следующий у нас бонус – это бонус лидерский. Лидерский бонус выплачивается с процентов от процента от группового бонуса ваших партнеров. Не только вашего личного партнера, но и партнеров ваших партнеров, и партнеров ваших партнеров, и еще ваших партнеров. То есть, если кто не знает, то личные партнеры – это первый уровень. От ваших личников, которых вы пригласили, они тоже, в свою очередь, пригласят людей. Это для вас уже будет второй уровень и так далее. То есть бонус выплачивается до 7 уровня. Как же выплачивается бонус? Какие проценты дает компания? С первого уровня дает компания выплачивать 20%, со второго 10%, с третьего 5%. Четвертый 5, пятый 5, шестой 3% и седьмой 2%. Например, если, то есть вот этот лидерский бонус, это как раз вот тот пассивный доход, о которых мечтают многие люди в сетевых компаниях. Потому что вы приглашаете, вы проводите работу. Конечно, компания вас вознаграждает этим бонусом. То есть получается, что вы как бы получаете зарплату с зарплаты ваших партнеров. Ну, рассмотрим пример. Например, ваш партнер первой линии заработал 1000 евро по групповому бонусу. Ваш бонус, лидерский бонус, будет составлять 20%. Это значит 200 евро. Неплохо? Я думаю, что это очень хорошо. Даже если ваш партнер со второго уровня заработает также бонус групповой 1000 евро, вы получите уже 100 евро. То есть это, кроме того, кроме бонуса старт, бонус групповой и плюс еще бонус лидерский. Представляете, это уже третий бонус, который вы получаете. Следующий наш бонус – это самый интересный бонус. Это бонус необыкновенный. Такого бонуса ни в одной компании нет. Сейчас я вам расскажу немного об этом бонусе. Так как у нас, нашей компании, чтобы делать, ну, например, если каждый месяц закупать по продукту, то, естественно, в вашей структуре, у вас уже есть структура, закупают все продукты. У вас есть товарооборот. Мы делаем товарооборот. Если, конечно, никто ничего не будет закупать, товарооборота не будет. Никто не будет зарабатывать. То есть мы продукт кушаем, продукт заканчивается, нам нужен продукт еще. То есть компания говорит, закупите 2 коробочки в месяц с 1 по 5 число каждого месяца. И мы закупаем эти 2 коробочки, которые в Европе стоят всего 40 евро. Что значит 40 евро? 40 евро в Европе каждый может заплатить за 2 коробочки. Это не такая высокая цена, как, например, я знаю, в других компаниях и по 100 евро или долларов, или и по 150. И в других компаниях я была, нужно было закупать очень большие объемы, чтобы сохранить там статус или что-то ежемесячно. И это нужно было потом продавать. Продавать нам не всем нравится, и не все умеют. Поэтому здесь очень-очень такие условия очень-очень приемлемы. Минимальная цена, ну просто смешная, 40 евро. Так что получается? Этот бонус выплачивается по 6 уровню. Если у вас вы находитесь на пакете от 200 единиц, от 200 до 1800, это 200, 400, 600, 1800, то компания выплачивает вам бонус, стартовый структурный бонус, это с первого уровня, внимание, с первого уровня 5%, со второго 6%. С 7-го 7%, с 4-го 8%, с 9-го 9%, с 3-го 7%,
с 4-го 8%, с 5-го 10% и с 6-го 10%. Посмотрите, если в лидерском бонусе, идет сверху вниз на убывание проценты, да, как во всех других сетевых компаниях, MLM-компаниях, то в нашем здесь структурном бонусе, если у кого-то в других компаниях тоже идет на убывание, но у нас здесь идет все на увеличение. Вы представляете? Вот такого ни у кого нет. Это уникальность нашей компании. Это уникальность нашего маркетинга. И кому, кто действительно уже прошел много компаний и показываем, говорим, доходим до этого бонуса, все просто в изумлении и в неудумении. Такого быть не может. Но такое есть. Но если вы на 3000, на пакете 3000, или сразу, или же постепенно вы дошли до этого пакета, то со всех уровней вам выплачивается по 6 уровню, с 1 по 6 по 10%. Вы представляете, какие деньги? Например, если у вас на всех 6 уровнях, ну возьмем цифру 100 человек, 100 партнеров есть, вы создали свою сеть, и у вас 100 партнеров. Умножаем на 40 евро, каждый берет по 40 евро, а хотя у нас есть люди, которые берут не на 40 евро, а на большее, потому что нужен продукт. Двумя коробочками не обходится, берут и 5, и 6, и 10 даже. Ну, берем все равно по 40 евро. Получается оборот 4000 евро. Умножаем на 10%, получаем 400 евро. Это только структурного бонуса. А у нас еще стартовый бонус, групповой бонус, плюс лидерский бонус и плюс структурный бонус. Деньги здесь есть. Нужно только действовать. Хорошо. Сейчас рассмотрим слайд, где показано. Например, если пригласить всего два партнера, это у нас бонус, структурный бонус, когда мы берем по 40 евро две коробочки в месяц. Если каждый пригласит на 6 уровнях по 2 человека, то где-то на 6 уровнях будет 126 человек. Ну, мы возьмем 100 для ровного счета. То это будет 400 евро вы заработаете. Если каждый пригласит, вы в том числе, и каждый из ваших партнеров пригласят на одного человека, только на одного человека больше, по 3 человека, смотрите, как меняется уже цифра. Возьмем 1000 человек. Это уже 4000 евро. Ну, а если самые такие шустрые и амбициозные люди 4 человека пригласят, и остальные тоже по 4 человека пригласят, то смотрите, какие вообще цифры сумасшедшие получаются. Это все реально. Это все реальные цифры. У нас есть люди в структуре, в нашей команде, в группе, которые приглашают не только по 4 человека, но и по 5, и 6, и по 10, и по 12. Вы представляете? А теперь рассмотрим систему, систему, которая разработана нашим вышестоящим спонсором Мариной Кисаринской, как заработать 1 миллион евро за один год. Какие условия нужно выполнить для этой фразы? Нужно пригласить всего лишь в бизнес два активных партнера в первый месяц. Что значит два активных партнера? Два активных партнера – это значит те люди, которые тоже хотят строить сеть и тоже хотят улучшить свою жизнь, изменить свою жизнь в лучшую сторону, улучшить свое финансовое состояние. Амбициозные люди, действующие, предпринимательные люди. Вот что значит активные партнеры. Только два. Представляете себе, только два партнера. И те, в свою очередь, тоже пригласят тоже двух активных партнеров и так далее. И второе условие. Купить пакет, начальный пакет за 3000 евро сразу или постепенно. Но дойти до конечной цели, до итоговой конечной цели, это пакет 3000 евро. Почему? Потому что самые высокие бонусы выплачиваются на этом пакете. Хорошо, посмотрим, что это за
система. В первый месяц получится у вас 2 партнера. Во второй месяц уже 2 пригласят еще 2, 4. На третий месяц 8, 4, 16. И к концу года на 13 месяце 8196 партнеров. Хорошо, возьмем только 4000. Не будем брать 8000. Возьмем 4000 партнеров. Что мы получаем? Давайте посмотрим расчеты. 4000 партнеров умножить на 3000 евро. Каждый зашел, то есть поднялся, зашел на 3000 евро. Умножаем на коэффициент 0,4 для группового бонуса и умножить на 30%. Максимум бонус это 30% для 2000. На 30%. Итого получаем почти что 1,5 миллиона. 1 миллион 400 тысяч. 1 миллион 400 тысяч евро. Это реальная цифра. И Евгения Новикова, первый чек компании, это доказала на деле. Что это осуществимо, что это факты. Но даже если, представьте себе, мы сделаем 10% из-за всей этой работы, со всей этой работы, то все равно у нас получится супер цифра. Это 144 евро. Стоит поработать немного над этим? Я считаю, что стоит. И как вот на этом слайде есть одна фраза, очень интересная. Как сказал Пауль Летти. Предпочитаю заработать 1% денег от результата усилий 100 человек, чем самому заработать одному 100% своей работы. Но это же правильно, потому что только в сетевом маркетинге, построив сети, можно заработать хорошие деньги. Сейчас во всем мире везде строятся сети. Возьмите даже я думаю, что и на Украине, и здесь у нас в Италии, и в России. Есть, например, в России сеть магазинов как «Магнит», сеть магазинов как «Пятерочка», еще какие-то сети. Они как грибы сейчас, потому что люди поняли, что с одного только чего-то не заработаешь ничего. Только построив сеть, можно, ну как, вот я представьте себе, я говорю образно сейчас, взять удочкой ловить рыбку одну или бросить сеть, сколько рыбы сразу уловится, правильно? Ну, хорошее сравнение, я считаю. Вот вам вот так вот как бы дать понять, что сетью становится очень много миллионеров, они просто как грибы сейчас растут. Очень много компаний переходят на сетевой бизнес, в смысле строят, распространяют свою продукцию именно по сетевому принципу, как MLM-компании, маркетинг. А в будущем это еще больше будет компаний. Еще больше. То есть будущее – это сетевой маркетинг. Так сейчас можно, конечно, сказать и спросить самого себя, что мы выбираем на сегодняшний день? Это финансовая уверенность или финансовую свободу? Но что такое финансовая уверенность? Финансовая уверенность нет никакой сейчас в наше время никакой уверенности нет. Если тебя примут на работу сейчас, ты не уверен, что ты еще проработаешь 2 или 3 месяца, тебя в любой момент могут уволить и выкинуть. Сколько заводов закрывается, сколько людей выбрасывается на улицу. Это не только в ваших странах, это и здесь, в Европе, кризис везде. То есть уверенности, стабильности сейчас нет нигде. Поймите. И не знаем, где еще и пенсию заработать, потому что уже сейчас люди думают, как пенсия, когда я доживу до пенсии, будет ли пенсия или нет. Кстати, у нас уже в нашей команде, в нашей структуре многие люди же начали получать еще и другие, кроме основных бонусов. Также есть еще последующие бонусы. Это у нас есть пенсионный бонус и бонус актив. А вот финансовую свободу приобрести можно. Это действительно поработав хорошо в сетевой компании.
А в какой сетевой компании? Конечно, в хорошей и нужной компании. С хорошим продуктом и с хорошим маркетингом, что является компанией «Наша Апиэль». Я считаю, что если поработать несколько лет в компании Апиэль, пусть 2 года, пусть 3, пусть у кого-то там 4 или 5 будет, кто с какой скоростью идет. Да, кто-то работает, кто-то не работает, у кого какие-то свои причины, кто-то быстро летит, кто-то медленно идет, но все равно параллельно можно тоже развиваться, можно учиться, это постоянная учеба. Мы учимся здесь, мы познаем, мы себя познаем и других узнаем. Мы все должны учиться и идти вперед все вместе, взявшись за руку. И что лучше, что действительно в компании здесь очень зависит дружная, слаженная работа. Здесь каждый заинтересован, чтобы человек, которого ты пригласил, кто твой личник, и даже не личник, он начал действительно понимать, учиться и зарабатывать. Мы в этом очень заинтересованы. Все сверхстоящие партнеры в этом заинтересованы. Здесь действительно дается рука внизу стоящему и подтягивается. То, что на другой работе этого не происходит. Там такая конкуренция, что тебя просто вышибут и вышвырнут. А здесь наоборот. Здесь идет такая дружба сплоченная. Такое, ну я не знаю, это действительно как одна семья. Это и есть одна семья. Так вот, если поработав 2-3 года или 5-6 лет, или год даже у кого-то получается за год, можно действительно уже получить стабильный доход и при желании уйти на заслуженный отдых. Или при желании дальше продолжать помогать другим людям, выполнять как бы свою миссию, оздоравливать людей и лечить их, как говорится, бедные кошельки. Хорошо, и как сказал наш президент Сергей Сергеевич Куликов, хватит мечтать, а нужно сейчас по-настоящему действовать и по-настоящему зарабатывать. Надо что-то делать. И нельзя изменить прошлое, вернуться в прошлое, изменить свой старт, да? Старт. А вот начать сейчас, решить сейчас и стартовать сейчас и изменить, конечно, свой финиш. Это, конечно, зависит от нашего решения. И вам всем желаю принять правильное решение. И на этом наша презентация закончилась. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. У нас здесь есть также находится медик, которому вы можете задать вопросы, расспросить. Она у нас присутствует, это Оксана Бабушка. Всего вам всем хорошего, и еще желаю вам всем удачи, и принимайте правильные решения. Спасибо за внимание. Camisa negra y debajo
camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.